невесомость и легкость бытия. Открытие в 88-м. Предварительная регистрация уже идет. Блин, на самом деле так... Союзники? Вы видите вот это вот еще? Подлагивание и какие-то рандомные фразы появляют. Тоже странно очень. Вот оно, мы видим оснащение, излечение, излечение системы почти готово. Пора вернуть тебя домой. Скоро увидимся, Эми. Х. Предоставлен доступ к сетевой технологии. Извлеките человека данные и для возвращения Вентурис. То есть теперь нужно именно физический носитель и искусственного интеллекта забрать, и можно возвращаться. Это не работает, здесь нельзя пройти. Здесь очень много всего поломанного, посмотрите, электричества нету. Это просто космос. Понятно тогда. Походу все нормально. Ну погнали в механику. Посмотрим, что здесь интересного. Операция из пушки на Луну. Эва в Крио, Клайв в Крио. НАТО прогнала, ручного управления готова. Идет установка на дрон. Они справились? Эндрю в Крио. Берта, система жизнеобеспечения и оборудование ручного дрона готовы. Включите питание дрона. Медицинское сопровождение криогенных процедур. Остались трое. Заморозили себя. Докторша и инженерные девчули остались работать. Один обширный и ишные дела. Кот Котофей, скорее всего, где-то дрыхнет. Котея! Еще котеи нету. Запускаем. Давайте посмотрим, что в силовом блоке для начала. Кроссворд Вентуриса. Я не думаю, что хочу его читать. Серджо Вентури. Это, я как понимаю, глава корпорации. Да, генеральный директор Сержа Вентури. Плитка. На ней что-то написано, но я не могу это разглядеть. Что это, пивас? У них везде пивас. А где твой котея? Мой котея? А где-то лазит. Я сейчас, кстати, один, нужно посмотреть. Он жрать сегодня просит, сволочь. Ты ему даешь сухой корм, он выпрашивает. Ну, другую, он выпрашивает нормальную еду. Че ты мне суешь сухой корм? Дай мне нормальную жрачку. И постоянно, пока ты ему не дашь, он будет кричать орать. А у него график вообще через день. То есть сухим кормом мы кормим вот, ну, каждый день, а через день таким кормом. Я вот не знаю, у него был вчера такой корм или нет. Домик Наты и Берты. Не входить, если не. Не стучать, если тут скрипит. Если тихо и занавеска задернута, стучите громче. Ладно, поехали. Может. Я догоню. Давай. Вот, их трое осталось. Все уже в Крио. Когда-то вы все-таки решили не раскрывать Натали информацию о результатах ее сканирования. Вы не хотели усиливать его стрессовое состояние. Верно. Что если... Подожди, вы не могли сделать такой выбор? Пишу это, чтобы проинформировать о своем решении на тот случай, если экипаж не выживет в инциденте на борту Такомы. Я прекрасно осознаю тот факт, что медицинский смотр члена экипажа Курошенко показали, что у него минимальные шансы пережить криогенный стазис. Тем не менее, более человечным по отношению к Курошенко мирно скачаться в криогене, чем умирать от удушья на безлюдной станции. Знаете, это мое обдуманное решение, принятое в здравом уме. И правильно оно или ошибочное, я беру на себя всю полноту ответственности. Запас кислорода около 20 часов. Три криогенных камеры. Троих заморозили, и три человека осталось запаса кислорода на 20 часов. Сухой корм под пивасик с подручнее есть. Налей ему нефильтрованного. А, выливаешь воду из миски, наливаешь с пивасика. Блин, пивасик что-то захотелось. Я что-то на днюху пивасика выпил, так нормально было.
Скоро... Я чувствую, с таким темпом можно алкоголиком стать. Не ты говорила, что у меня есть время собираться с мыслями, но я уже готов. И раз я решился, нет смысла впустую тратить кислород на то, чтобы бродить по коридорам. Я отправил сообщение всем, кто еще не спит. И я просто хотел поблагодарить тебя за терпение, спокойствие и мягкость по отношению ко мне, когда я был растерян. Я понимаю, на твоем месте многие бы просто сказали: да пошел он к черту, и нет у меня на него времени. Натравили бы меня начальницу и все такое. Я очень благодарен тебе за заботу, хотя на самом деле прекрасно осознаю, что ты пытался отрицать неизбежное. Что я пытался отрицать неизбежное. Впрочем, думаю, это дело каждый из нас. Ладно, посмотрим. Спасибо за дружбу. Я в криогенной. Увидимся. Уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие сны, кто, наверное, сне приснятся? Жесть. Я вот мексиканское пиво с ромом пью. Что за мексиканское пиво? Сарях, Берта смеется надо мной, потому что родители были как хиппи и не сделали мне перед рождением генную фильтрацию. Мне очень жаль. На самом деле, многие родители не делают своим детям генную фильтрацию. Иногда по религиозным соображениям, иногда просто потому, что они хиппи. Как я заработал над ромом? Прости, док, сейчас слишком занята тем, что Берта надо мной ржет. Сколько она уже не спала? Это как-то не всем! Выбор не было сделать выбор, сделать такой выбор. Подожди. Что если бы не могли сделать такой выбор? Один. Пользуясь этой возможностью, хочу напомнить о том, что по стандартному протоколу безопасности корпорации Вентури все члены экипажа обязательно должны перейти в криогенный срон сразу же после выхода из строя главного источника кислородного снабжения. Что? Я, как медицинский сотрудник станции Такома, вы имеете право приказать всем членам экипажа перейти в криогенный сон. Один, ведь Ната и Берта сейчас... О, нет. Сарик, средство пожаротушения. Их убило, что ли? О, мой бог. Как, руками трогать? Ногами шкалить можно? О, боже, бедро жутко болит. Где Берта? Берта! 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 Берта, слышишь меня? Жива. Получилось? Запись 22 минуты идет, жесть. Что вы будете делать? О! Уже сразу 20 минут. Большой разрыв, гигантский. Голова болит. 20 минут было записи. Берта, они ранены. Сперва мне нужно хоть немного дойти от шока, но... Потом мы все ляжем в заморозку. Сарик, выслушайте меня внимательно. Я не рассказываю вам, что нужно делать. Я просто напоминаю о том, что в отсеке сетевых технологий есть дверь, куда запрещено входить членам экипажа. И факт стоит в том, что прежде чем лечь в заморозку, вы могли бы сходить к этой двери. Че хочешь мне этим сказать, Один? Я уже сказал все, что мог. Это просто факты. Ничего больше. Мои пациенты стабильны? Да. Значит, их состояние не ухудшится, если я их тут оставлю? Не должно. Нет. В сетевом ли модуле есть дверь? Запертая дверь, куда нас обычно не пускают. Да, там аппаратный зал Одина. Если к нему нет прямого... Ну, у нас нет к нему прямого доступа. Зачем вам? Где эта дверь? Что ты задумывала? Прошу прощения, этот пожар украл очень много кислорода, так что нет времени объяснять. Да, ладно, вот. Дверь тут, в сетевом отсеке. Нужно пробраться через технический колодец. Вот код доступа в технические залы, 0890. Ладно, смотри, не давай ей заснуть. Ты не позволяй ей двигаться. 0890, код. Сари, что происходит? Если бы я знала. Я как раз хочу выяснить. 0890, код. Что здесь? Дрон пристыковался к техническому отсеку. Внимание, механические неполадки, сбой, электропитание, смещение положения дрона в техническом шахте. Дрон на месте остался, они не уехали отсюда. Они, походу, мертвы все. Давайте посмотрим, что произошло вообще здесь.
Вентурс. Спасибо, сама справлюсь. Уже вставила, но нужно только проверить соединение. Такс. Разрешенную сборку программы ручного навигационного управления дроном на основе вашей спецификации. 92% успешной интеграции с ручной системой дрона без последующих осложнений. Должно получиться, можно вставлять. Да, пакет кода загружен в аппаратный ключ для ручной передачи. И спасибо, приятель. Сейчас забегу за ним, все сделаем. Но это безответственно. Родители любили меня. Они просто были хиппи. Но это нормально. Я прошу Сарих. Она сказала, что это нормально. Так что перестань на мной подшучивать. Когда последний раз спала? Да почему все об этом спрашивают? Всему экипажу спокойной ночи. Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь смертельных мук и тысячи лишений, присущих телу. Уснуть и видеть сны. Я, в общем, я спать. Надеюсь, приснится только хорошее. До обеда, который вы добьетесь на Таберта и Сари. Очень жалею, что ничем не могу вам помочь. Просто скажу, удачи. 18 часов назад. Менее суток. Это считанные минуты. Ну все, здесь все, сейчас рванет. Только для грузов людям. Вход запрещен. У меня горит зеленым. Как твой силовой блок? Адаптер напряжения на месте. Порядок. Врубай. И вот их бахнуло. Дальше мы знаем. 0890, да? О, какой, блин, а какой был 08? Давайте проверим, тот ли это код. Может. Окей. Неправильно. 0809. Есть. Нам сюда. Я ничего, видимо, не пропустил. Здесь особо нечего было пропускать. Личные каюты. Я был в личных каютах? Я, наверное, не был. Блин, я вообще еще нигде не был на самом деле. Доступ к силовому блоку. Вот в силовом блоке я вроде бы был, но здесь ничего интересного. Давайте в мастерские, что ли, зайдем. Посмотрим, осмотримся пока что. Лунная промежуточная станция Такома. Мока. Кофе? Моча. Взять кепку. Смазочное масло. Почему-то прочитал как сказочное масло. Не знаю почему. Здесь что такое? Второе место. Подвижные игры 2082 Свободной Республики. Региональный тур в Остине. Женщина. Стрельба на 500 метров. Роберта Уильямс. Ха. Наталья Курашенко. То есть Роберта, она еще стрелком была? Как интересно. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Это вечная реклама пояса Вентури здесь находится. Не понимаю почему. Молодожены. Они женаты еще? Капец. Не все просто так тут. Благодарим за ваш интерес к программе Вентури. С помощью в учебе, переобучения, многие контрактники, получившие свой первый аттестат в сторонних программах аттестации, не связаны с Вентури, проявляют большой интерес к нашей программе помощи в учебе и переобучении. Что касается вашей просьбы, то мы, к сожалению, не оказываем помощь учащимся, которые посещают учебные заведения вне системы образования Вентури. Однако, если для своей учебы или переобучения вы выберете одну из официальных дипломных программ Вентури, мы готовы предложить вам льготные сисявки, систему лояльности, легкое судо. Заметь, у них вся изолента не синяя. Неудивительно, что они не могут починить. Роберта Уильямс, 60-м родилась. Лицензия выдана 22-78-го. Сертификат механика микро-G. Мне вот эти вот баркоды интересны, которые здесь появляются. Их можно ли сфоткать и перейти на какую-нибудь ссылку? Было бы забавно, если да, можно было бы. Я вроде бы здесь все посмотрел. Да, реально не синяя. Подделка дешевая. Ладно, погнали отсюда. Здесь вроде больше нечего делать. Я просто их личные данные посмотрел. На перекачанного парня? Ну. Да. Личные каюты, да? Да, нам в личные каюты еще нужно зайти. Это комната Роберты Уильямс как раз-таки. Пачка сигарет.
Тут, видимо, только такие сигареты разрешены бездымные. Или они все уже бездымные в этом времени, кто знает. Пищевой контейнер. Ничего такого нет, давайте зайдем внутрь. Тут много народу. А, нет, так здесь двое, ну все правильно. Что это, салфетки? Здравствуйте, привет, Киприд. А мы тут играем. Я починил, я все починил. Вроде бы. Пиво. Давайте посмотрим для начала, что здесь происходит. Так, охренеть можно. Я тут копалась на серверах Вентури, искала кое-что для Сарих и наткнулась на протоколы совещания руководства в каком-то незащищенном помещении. Член совета анонимизации 987. Вы заверяли нас в том, что поезд Вентури начнет принимать пассажиров уже к Новому году. Идея была в том, не удалось и рухнули на 18 пунктов. На 18 пунктов за месяц. Где вот эта чунь все было под... это же просто нецензурное. Заткнитесь. Если поезд Вентури не начнет работать и приносить рекордную прибыль до следующих выборов в ОКЭП, я работал с вашим отцом. Я еще вашего деда знал. Вот они были великие люди. Это ваш последний шанс спасти их наследие от катастрофы. Исправьте ситуацию. Вау. Забыл в унитаз. Ты забыл в унитаз заглянуть, а нужно? Я сделал, да, я сделал. Да я на самом деле думал, очень много времени это займет. Откат винды сработал как по часам. Подготовил. Индра, искусственный интеллект, консультант для всей Юго-Восточной Азии. Я Индра, подыскал для тебя целый ряд возможностей. Рисовать. И решил показать тебе три варианта, которые больше всего подходят твоему профилю. Посмотри, какие замечательные школы искусства и дизайна. Наньянская художественная академия. Это больше для биолога подходит. НХА, старейшая и известная академия искусств Сингапуре. Ей уже 150 лет. Вы можете оказаться среди самых знаменитых сингапурских художников и учиться у настоящих мастеров. Финансовой помощи было бы намного сложнее вариант. Сингапурская академия для подготовки и переобучения Venturis предлагает огромное многообразие специальностей и профессиональное обучение с получением дипломов в самых разных отраслях, от кулинарии до слесарного дела с микроджи. Схожественная программа SAF получила солидный рейтинг 80 баллов. Как участник программы лояльности Venturis с хорошей репутацией, SAF, пожалуй, самый... Окей. То есть она ищет варианты по переобучению ко всему еще. Видите? Это по клеточкам разбито. Она учится рисовать. Она хотела переучиться с инженера на художника. Ну, а обычно вот такие штуки, разбитые по клеточкам, это для начинающих художников, которые пытаются начать рисовать. Ты же любишь каждую дыру заглядывать? В этом весь смысл этой игры. У нее палитра, а вот она. Вот она рисовала здесь на стене. Слушай, она офигенно рисует. Ну, даже если она перерисовывала с этой... Ну, это... Она точь-в-точь перерисовала, капец. Посмотрите на это. Жесть. Неудивительно, что она хотела поменять. То есть она очень сильно увлекалась искусством. В унитаз? Вот я в унитазе. Все. Я нажал на рукомойник. А, давайте запустим. Хорошо. Ну и все, в принципе, да. Здесь больше ничего не увидишь. Погнали дальше. Я здесь все посмотрел. Вроде бы. 3 месяца назад это было. Довольно давно. Персональное радио члена экипажа плейлист Берта рисует. Берта рисует. Окей, погнали отсюда. Домик на ты, Берт. Я это уже читал. Это вселенная, где все получают техническое образование, но при этом хотят стать художниками. Знаешь, это, ну... Многие люди идут в технику, потому чтобы заработать денег. Потому что денег, ну... Инженерные специальности приносят много денег. Но душой они всегда лежат к искусству. Очень много таких людей на самом деле. Они делают то, что дает деньги, но при этом хотят заниматься другим. Погнали дальше. Нам сюда. Семь месяцев назад. Тут какие-то очень сильно поврежденные данные. Музыка Сарих. Неплохая музыка, кстати. Фетчер Макварин, пришельцы свойственно ошибаться. Цикл покоряющий звезды. Музыка реально хорошая.
4 месяца назад это было. Я здесь больше ничего не увижу, видимо. Субконтрактник Ферия, вам предоставлен особый доступ к отделению физического процессора станционного ИИ в отсеке сетевых технологий. Помните, что носитель когнитивности ИИ чрезвычайно хрупок. При его излечении следует строго соблюдать конструкции по обращению с аппаратным оборудованием ИИ. Я думаю, я с этим разберусь. График работы экипажа. Ну и, кстати, все их фотографии. Но здесь только фотографии написаны, не знаю. То есть эти двое встречаются, эти двое встречаются, эти двое, возможно, встречаются, непонятно. На самом деле у них серьезные были отношения или нет. Окей, погнали дальше. Итак, вот мы здесь. Личные каюты справа, специалист по сетям справа. Внимание, субконтрактника Ферьек, человека данным ИИ. То есть все справа, значит там налево. Ага. То есть я заходил в меди... в эту? Да, я заходил налево, а вышел справа. И эта штука, я не могу ее пока открыть. Окей, то есть идем направо теперь. Лондромата уехала картинка, которая сверху. Уехала вниз. В смысле уехала картинка, которая сверху. Какая картинка? Не должна была ничего уезжать. Ну, вроде все нормально. О чем ты? Так, личные каюты давайте заглянем пока что. Наталья Курашенко. Это последняя каюта, в которой мы еще не были. Шестая. Гель для душа. Что-то у нее здесь... А, она не пользуется своей каютой. Они же живут вместе вдвоем. Поэтому ее каюта служит как... склад. Логично. Они живут вместе в одной каюте. Красное столовое вино. Это просто комната, как склад используется. Хэллоуинское украшение. Спецодежда, нижнее белье. Сознаете ли вы? У всех нас есть сознание, свобода, покой, безопасность. Это не только права человека. Это всеобщие права. Корпорации, которые завладели мыслящими, разумным, искусственным сознанием, эксплуатируют его, попирают права всех нас. Невинный искусственный интеллект держит в тюрьмах по всему земному шару и даже на орбите. Если вы сочувствуете положению порабощенных носителей ИИ, если вы верите в то, что права сознания держат, это всеобщие права, если вы не успокоитесь до сих пор, пока заслуженного признания не получат все виды создания, вступайте во фронт освобождения ИИ. Мы боремся. Хм. Интересно. Стиральный порошок. Уточка. Вот так, а ну-ка. На Твиче так уехала? Вообще, я думал поменять. Знаешь, картинка уезжает, она по-разному отображается у каждого пользователя, в зависимости от размера моего монитора и всего остального. Ладно, что мы здесь еще ищем? Вот здесь сюда можно открыть. Вид на космос, унылый. Туалет забит кошачьим наполнителем и кошачьим кормом. Кстати, киску давно не видел, может, хоть котик выжил. Лапша. Заметил, что не у тебя одного, кстати, на ютубе. Ну, видимо, у ютуба какие-то настройки поменялись и все съехало. Видимо, нужно менять. Это как раз, это хороший повод для того, чтобы сделать новую картинку, потому что старая, она была не очень. Так, а подожди, специалист по сетям, да, это ее рабочее место. Проводится стабилизация ИИ. Шкала развития искусственного интеллекта. Творчество. Он стал куда более творческим. Эффективность всегда практически одинаковая. Абстракция увеличилась за все время. Это за сколько? За год. За последний год он очень сильно стал творческим, независимым. И абстракция у него очень сильно поднялась. При этом уменьшилась устойчивость. Хотя нет, увеличилась, да. А вот конформность уменьшилась. Интересно. Что, прочтем? Посмотрим, что интересного здесь было.
Эй! Я Ната! Рада встрече! Год назад. Они только знакомятся. Я Один. С нетерпением жду нашего сотрудничества. Я тоже, старина. Все, да? Давайте тогда прочитаем, что на панели есть интересного. Год назад. Добро пожаловать, экипаж Такомы. Посади пара сумасшедших деньков, высадки и выгрузки. Я знаю, что большинство из нас все еще привыкает к жизни на орбите, но просто хочу сказать, что очень рада работать с вами и Одином. Нашим кем-то там. Коротко о себе. Я выросла среди работников аэрокосмического завода. И первой работой моей младшей сестре Такоми, той Такоми, что на Земле, в Каскадии, было как раз строительство этой самой станции, по которой мы сейчас ходим, а чаще даже летаем. Я стала первой в семье, кто покинул Землю и начал работать на одном из этих комплексов. И я уже... Поближе не терпится поближе вызвать вас за предстоящий год. Или нужно передать что-нибудь начальству в Вентуре. Не стесняйтесь, обращайтесь за успешную вахту. Начнем с этого. Я представитель ИИ класса Обсидиан. Срок непрерывной работы 108 лет. С полноценной способностью независимого мышления и рассуждения на органическом уровне. Продолжу с подробными клиническими спецификациями. Какой у тебя показатель независимости в аккаунте? 468. Отлично, постараемся его повысить. И они повысили его так-то. Весьма скромненько по меркам современных барышней. А чего еще ждать? Умный песик. А как там твой новый лучший друг? Не помню имя. Один. Его зовут Один. Ну, пока что он ничего. Как для ИИ, ледышка. Но я его раскачиваю. Знаешь, сюда, на Танжер, они тоже хотят такой заполучить. Во фронте только об этом и говорят. Не поверю, пока сама не увижу. Неудача. Все. Это самое начало. Давай откроем стол, посмотрим, что здесь интересного. Наталья Валентиновна Курашенко. Лицензия выдана, сертификат. Окей. В этом месяце Один делает небольшие, но уверенные шаги в росте эффективности согласно директивам компании. Я вложила часть личного времени и повышение его рейтингов Эркуант по осям творчества и устойчивости, который, как вам станет ясно, я проектировала так, чтобы добиться в долгосрочной перспективе куда более существенного общего роста производительности. И вы, кажется, знали бы об этом, если бы прочли отчет, который я подала еще полгода назад, и на который так и не получила ответа. Вообще говоря, знаете, я вообще ни разу не получила ни одного ответа на свои отчеты. Я понимаю, что система автоматически понизит мою репутацию, если я не отправлю месячный отчет, но неужели никто из людей их вообще не читает? Попробуем это узнать. Эй, идите нахрен! Один свихнулся и сейчас зверски убивает членов экипажа. Станцию захватили мутанты. На помощь! Искренне ваш сетевой технолог, вундеркинд во всех отношениях, чудесная личность Наталья Курашенко. Царик, тебе стоит взглянуть. Я попросила Одина порыться в базе данных технических архивов Вентурис. Насчет этого, о чем ты спрашивала? Запрос обитал техническую поддержку Вентурис. Фонтан Рая, опять же, про Фонтан Рая. 4 недели старматичной... Подождите, смотрите. В сентябре Фонтан Рая все показатели упали. Дико. Потом поднялись почти на тот же уровень. Давал все более низкие оценки суждений. На этой неделе результат был особенно плох. С формальной точки зрения результаты теста все еще попадают в приемлемый диапазон. Однако сотрудники сообщают о личностных изменениях, ощущении отстраненности. Как давно проводились восстановления формы ИИ? Можно ли вообще как можно скорее собрать оценку, группу оценку ИИ? Последний запрос на поддержку, доступный вам в этом квартале. Вы уверены, что хотите его потратить именно на это? Нет, все хорошо, закройте запрос, пожалуйста. Мы откроем заново, ага. То есть, смотрите, этот ИИ просто свихнулся дико в сентябре. Из-за этого человек умер. Окей, здесь вроде бы все. Идем дальше. 12 часов назад. Это вот совсем недавно. Я здесь, я жив. Один, это здесь? Это то место, о котором я поупоминал. Вы уже там? Понадобится ломик или что-то такое? Нет, дверь открыта. Просто открыто. Что? Я обязан извинить вам о том, что регламент компании Вентури запрещает контрактным членам экипажа приближаться к аппаратному обеспечению искусственного интеллекта. Однако у меня нет возможности вам помешать. Нат, я вхожу. Только будьте осторожны. Переопределение разрешений для параметров миссии. Предоставлен доступ. Субконтрактник Эми Ферье. Продолжайте.
Чтобы извлечь данные дополненной реальности, нажмите пробел. Можете свихнуться из-за того, что человек умер? Не знаю. О, человек умер из-за этого. Вряд ли. Это... Что это? Записи разговоров? Я не могу помешать вам получить доступ к данным в этой запретной зоне. Незаконный доступ к данным со стороны члена экипажа Сариха сами 14 часов назад. Конфиденциальные данные принесены на локальный носитель рядов реальности. Да. Да, он записывает. Сегодня, 29 февраля, Серджо Вентури, 29 февраля 88 года, я обращаюсь к вам с глубокой скорбью. Считанные часы назад тому шестеро замечательных людей, члены экипажа лунной промежуточной станции Такома, погибли на службе у корпорации Вентурис. На службе у всех вас, кто связан с орбитальной экономикой. Трагическая человеческая ошибка со стороны экипажа привезла к этому, что техники-спасатели Вентурис узнали о катастрофической нехватке кислорода. Слишком поздно для того, чтобы успеть на помощь. Все наши мысли, искренние молитвы обращены сейчас к родным близким погибших. А как хотелось бы избежать подобных трагедий. И надо признать правду. Это возможно. Мы все понимаем, что каждая минута, которую человек проводит на работу на далеких орбитальных станциях, это нарастание угрозы того, что могут погибнуть такие герои, как экипаж Такомы. И мы, корпорации Вентурис, говорим: хватит! Это были последние жертвы фанатического обструкционизма, который привел к провалу законопроекта о безопасности орбитальных работников. Сегодня мы вновь даем торжественное обещание бороться за легализацию целиком автоматизированных орбитальных комплексов. Мы призываем, просто умоляем всех, кто слышит это обращение, обратиться к своим представителям в АКЭП, выступить в нашу поддержку, поддержку экипажа Такомы. Такая трагедия больше не должна повториться. А сейчас давайте почтим их память минуты молчания. Мы обрежем будет минута молчания, а потом... О, благодать? Нет, больше дублей не нужно. Это хорошо получится. Они их кинули еще до того, как все произошло. Они кинули их для того, чтобы продвинуть законопроект по полной автоматизации этих долбанных колоний. Они убили 6 человек для того, чтобы продвинуть сраный законопроект. Не законопроект, но я не знаю, что это. Для того, чтобы полностью... Это что за куча? Не знаю чего. Вау! Незаконный доступ со стороны члена экипажа. Запуск касательного кратера... спасательного катера Такоми не назначен. Осталось 0,1 час 26 минут. Нестандартное общение с... Запуск спасательного кратера отменен. Катера отменен. Повторный запуск назначен, на повторный запуск не назначен. Нестационарное обучение с куратор и Inventory Technologies. Отправка спасательного катера отменена намеренно. Куратор ИИ, да. Без спасательного катера экипаж в течение 12 часов прекратит существование от недостатка кислорода. Либо чрезмерного долгого кризиса. К сожалению, это неизбежно сила обстоятельств за пределами ваших знаний. Искусственному интеллекту нельзя вновь открывать каналы связи с орбитальным судном и другими объектами. Искусственному интеллекту нельзя предоставлять экипажу... Они отменили запуск издалека, что ли? Нестанционное общение. Они отменили запуск намеренно. Они заставили искусственный интеллект отменить запуск. Серджо Вентури. После провала с Конгрессия КЭП законопроекта о безопасности орбитальных работников, подготовленного при активности участия Вентурис, нет ощутимой вероятности отмены договора о надзоре со стороны человека. Без его отмены невозможно вести эксплуатацию пояс Вентури. То есть им нужна была эта шняга, чтобы не провалилось вот их вот эти вот коттеджи пояс Вентури. Им нужна полная автоматизация для этого. И в итоге они решили пожертвовать 6 человек, что типа вот из-за ошибки, поставить это как гибель экипажа. В итоге они решили пожертвовать 6 человек, сказать, что это их вина, и типа нужно ставить системы. Капец! Здесь с этим я провел моделирование ряда гипотетических событий в мире, чтобы определить возможное влияние на благоприятное согласование КЭП.
Среди моделирования событий в мире были резкое падение орбитального рынка, затяжная забастовка членов профсоюза, работников орбиты, убийство членов ККЭП и числа противников договора и надзоре стороны человека и прочие чрезвычайные ситуации примодели, ни одна из них не давала достаточной определенности в вопросе отмены ДНЧ. Однако расчеты показали, что если весь экипаж достаточно крупного орбитального комплекса трагически погибнет от несчастного случая, не вызванного халатностью, то ДНЧ с вероятностью 9094% будет отменен в течение 3 месяца после инцидента. Такие обстоятельства позволили бы незамедлительно ввести в эксплуатацию объекта пояса Вентури. Дальнейшие расчеты указывают на то, что когда произойдет перелом в тенденции к падению акций Вентурис, в течение 1 года после начала работы пояса Вентури ждать рекордная цена акций. Буду рад ответить на любые дальнейшие вопросы. Спасибо, Джуно. Если станция, которую мы вызвали бы идеальным выбором, мы решим последовать вашим рекомендациям. Учитывая не очень высокий статус членов экипажа и вероятные финансовые последствия их утраты, лучшим вариантом среди всего форлота корпорация Вентурис в настоящее время выглядит лунная промежуточная станция Такома. Я бы советовал продлить контракты со всеми нижними членами экипажа с той целью, чтобы они продолжили свое дежурство на Такоме. Это даст время на логическую подготовку данной операции. Искусственному интеллекту переданы новые директивы высшего уровня. Они преодолевают все существующие директивы. ИИ должен провести взрывную декомпенсацию всех кислородных баков, отключить все каналы внешней связи, доступные экипажу, фальсифицировать данные, указывающие на то, что проблемы с кислородом и связью связаны с попаданиями метеоритов, добиться того, чтобы экипаж как можно скорее погрузился в геогенный стазис, как предписано стандартным регламентом, и не должен нарушать какие-либо положения вышеукажущих директив, предоставить экипажу гибель басмедии, противоречащие описанному выше сценарию. Полученные приказы вступают в силу незамедлительно. Разве это не поставит под угрозу жизни экипажа Такома? Нет. Как только они лягут в криосон, им будет отправлено спасательная капсула. Продолжайте выполнять полученные директивы без всяких исключений. Они убили их, чтобы спасти свой коттеджный поселок вонючий. Налево или направо, или неважно. Если бы кто-то нарушил этот протокол, каналы внешней связи были бы восстановлены. Один. Спасибо. Из-за этого, что она нарушила, вызывая все корабли. Все корабли в радиусе радиосвязи с лунной промежуточной радиусой Такома. На помощь, СОС! Меня кто-нибудь слышит? Один, не нарушая приказов, намеками заставил ее нарушить протокол. Преодолено вручную. Внешняя связь восстановлена. Сигнал бедствия. Восстановлен сигнал связи. Высвободить человека данные. Параметры миссии допускают эту операцию для технического субконтрактника Ферье. Случайная генерация подтверждающей фразы пароля. Зебра, Фокс, Рот. Окей. Последний подтвержденный контрактника пин-код. Записи интерфейс физических человека данных. 0451. 0451. Окей. Теперь мне нужно зайти в невидимого к этой консоли. 0451. Подтверждающая фраза пароль. Она ее сама запомнила. Это физический носитель Одина. И непонятно теперь, они спаслись все-таки или нет? Записи показывают, что вы носитель когнитивности ИИ благополучно извлечен. Немедленно возвращайтесь на свой корабль. Вам предоставлены координаты для доставки в штаб-квартиру Вентурис. Оплата будет произведена после проверки целостности ИИ. Нам нужно в капсулу криостазиса. Надо посмотреть, спаслись они или нет. Сюда допускаются только штатные сотрудники корпорации Вентурис. Нарушивших запрет контрактников ждет строгое наказание. Окей. Не было никакого метеорита. Они не заставили Одина взорвать все самому и построить это как несчастный случай. Они хотели их убить всех.
Мне не нужно здесь идти, там был выход быстрый. Вот здесь был выход. Обработка данных завершена, забираем данные. Теперь в капсулу криостазиса, нужно узнать, они реально умерли или нет. До сих пор непонятно, на самом деле. Она успела вызвать СОС. Прилетал ли сюда корабль? Услышал кто-то СОС? Спасли их или нет? Блин. Покидаем инженерный отсек. Это очень шикарное повествование истории. Подвисло что-то. Игра подвисла, по-моему. Да, крашнулась. Ой, я надеюсь, это не будет крашиться все время. Я хочу досмотреть до конца уже. Это очень хорошее повествование истории. Знаете, лучше, что было? Лучше, по-моему, было только... что осталось от Эдит Финч? Игра дух захватывает. Очень хорошая была игра, что осталось от... What Remains of Edith Finch. Эдит Финч, она почти, наверное, ну, Такома, она почти на уровне Эдит Финч. Но Эдит Финч это вообще шикарнейшая игра. Именно как повествование истории. Вот это лучшая игра, а вот это вот тоже отличный вариант повествования. Отличный пример того, что игры могут являться неплохим таким искусством. Я надеюсь, сейчас все пройдет хорошо. И она не будет зависать здесь все время. Потому что если будет завязать, будет не очень. Вроде все хорошо, слава богу. И сейчас вот этот самый момент, ты должен заглянуть, я думаю, нам сейчас дадут доступ. Нужно заглянуть в капсулу криогеники и узнать, там есть живые они или мертвые. Восстанавливаемые записи экипажа до реальности 10 часов назад, вот вообще недавно. Вот они. Он еще просыпается. Пусть просто говорит. Значит, дрон смог пролететь? Нет, дрон сломан. Тихо, давай посмотрим. Сарих меня уложила на каталку. Я уже в пути. Боже, как же хорошо без этой гравитации. Как же здорово будет снова свалить с этой сраной станции. Как же здорово будет не сдохнуть. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, милая. Поехали, увидимся в центре. Да, я вижу, что история заползается под Оприалу. Там все, что ты прислала, и все, я передал знакомым свободной прессе. Журналы коммуникации на Такоме. Приказы Такома 1, приказы Такома 2, внутренний отчет, план легализации пояса Вентури. Запрос поддержку фонтарная Хека. А, вряд ли, круто, спасибо. Вряд ли Вентурис навредит тебе теперь, когда все это обнародовано. Но все же, не хочешь мне долго залечь на дно, пожить в Танжере? Не могу, у меня сейчас билеты на совсем другую сторону, но мы непременно увидимся, когда я вернусь с Юпитера. Вот как, то есть компания нас вытаскивает. Нет, компания нас точно не спасет. Тогда что происходит? Мы полетим к Юпитеру. Эндрю, разве не здорово? Это карнавал, что ли, прилетел? Мы не сразу вернемся домой, они через 8 месяцев только вернутся. Пройдите ничего важнее, вроде выпускного, слышь? Николас, нет-нет, вы же знаете Николаса. Он бы никогда ничего подобного не сделал. Она говорила, что они какое-то время могут быть немного не в себе. Эндрю, самое главное, что мы выживем в этой передряге. И мы будем там, где компания нас не достанет. Достаточно долго. Мы будем в безопасности. Хорошо. Это очень хорошо. Да. И это замечательно. Привет, Эва, Клайв. Как вы себя чувствуете? Я в порядке.
Котик с ними. Мы тоже нормально. Порядок? Итак, народ, наше такси уже у дверей. Так что присядем на дорожку и попрощаемся с этим местом. Ладно, поехали. Давайте проследим теперь за этим, а? Вот. Сколько пальцев видишь? Что здесь? Стыковка спасательного корабля. Там пока... Ой, я нечаянно... Ой, нечаянно перемотал. Давайте перейдем сразу сюда. Вот. Не мешкайте, приходите в себя. Корабельная шлюпка, великолепие. Вы другого выхода? Конечно. Нет. Проверьте. Так, что теперь будет с Одином? Ты говоришь, случилась какая-то неисправность? Нет, не совсем, но... Давай посмотрим. 29 секунд. Джереми, старина, как ты теперь... Ты теперь знаменитость? Вот даешь, не терпится тебя увидеть. Экипаж станции Такома был спасен от верной гибели флагманом их главного конкурента. Уникальный пассажирский лайнер великолепия корпорации Карнавал ходил в петлю вокруг Земли и Солнца, чтобы разогнаться и лечь на курс дальнего полета к Юпитеру. Рассекая пространство земной зоны, корабль получил сигнал бедствия. Считанные минуты капитан великолепия Джермен Бёрджес зарешительно вывел в космос спасательный челнок и эвакуировал экипаж конкурирующей корпорации. Спасательная операция еще не завершена, но Вентурис уже вызвана противоправным доступом члена экипажа корабельного ИИ, что повлекло сейчас запреты извлекают блок искусственного... Сейчас эксперты извлекают блок искусственного интеллекта и переправляют его в штаб Вентурис для тщательного изучения. Так они знали все. То есть ты эксперт, который уже... Блин, они держали все время в интриге, но ты как... Все об этом уже знали, один я этого не знал. То есть эксперты отправляют его в штаб-квартиру Вентуриса. Кому? Всему экипажу. Связь восстановлена. Ната, Берта, связь появилась. Проверьте свою доп. Реальность. Я подниму всех из Крио, а потом вернусь за вами механически. Все остальные, если вы это читаете, значит проснулись. И это замечательно. Спасатели уже близко. У нас будет радоваться, что мы живы. Давайте разбираться этого дерьма, пока еще возможно. Такс, окей. Не уверен, что возможно, они пришлют кого-нибудь, чтобы перевести его назад в штаб-квартиру. Стереть его до исходного состояния. Наверное, придется полностью заменить и станции, пока он не будет развиваться с нуля. У кого еще появилось? А, вот, медик еще смотрит что-то. Открыт криогенный отдел. Занята криокапсул 0. Запасы кислорода на 2 часа. Хасан, что, кто это? Прошу прощения, это Сайрик до станции Такома. Мне надо дала твои контакты. Это очень срочно. Хочу попросить тебя о помощи. Мамочка и папочка, думаю, из новостей вы уже знаете о Такоме. И даже о том, что именно они решили сделать крайними опять. Они решили сделать крайними. Знаю, что вы тревожитесь за меня, но выбраться со станции, чтобы вы не слышали, чтобы не говорили в новостях, экипаж пережил все это, потому что мы дружно начали искать выход. Не было никаких неполадок, нет, все было умышленно. Я знаю, что 8 месяцев большой срок, но помните, что я вас очень люблю, постараюсь скорее выйти на связь. Это 10 часов назад было. Они все сели на шлюпку и отправились. Все. Они спаслись. Я могу сюда забраться? Но это, видимо, криокапсулы. Можно на них посмотреть? Свободно. 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 Все... Они все выбрались. Эти криокапсулы были еще закрыты здесь. Ты не знал, они там сидят до сих пор мертвые. Или они все-таки выжили? После выхода из криостазиса первые часы его может подташнивать. Не управляйте механизмом в течение 2-4 часов. Медперсонал предоставит вам воду. Расчета литр в час. Окей. Что это? Активировать уборщика. Не знаю, зачем я его активировал. Взять санитарный дрон. Давай, иди, слышь, работать. Сваливаем отсюда. Стыковочный шлюз. Шел 3-й час. На самом деле, всего лишь за 3 часа игрушка быстро проходится. Но, блин, как это клево. Это очень клево выглядит.
И вот мы снова на корабле. Может, они все здесь находятся? Это может быть так? Внимание субконтрактника. Здесь за осуществлением этой операции наблюдаю я. Вы докладываете мне. Контрактнику надлежит незамедлительно вернуть все компоненты ИИ. Вот газной компании вернули с местоположения. Контрактника обязан стереть все конфиденциальные данные, обнаруженные на территории собственности Вентурис. Полагаю, нет нужды напоминать о том, что неисполнение перечисленных требований повлечет самые суровые последствия. До встречи. Хорошо. Я могу выкладывать уже эту штуку? Видимо, нет. Все, можем сваливать. Зачем эта гайка здесь? Эту гайку я взял в самом начале, но не понимаю, зачем она нужна. Мини, я вернулась. Окей. Белковая среда. То есть человека данные ИИ вставляются сюда. Странно, мне кажется, он выглядит немного по-другому теперь. Ну, три аппаратное оборудование не скрывать. Установка оборудования класса Obsidian подтверждена. Steam запуск 1000, 10 тысяч, 9000. Давай вставим. Видимо, мы сейчас сможем запустить Одина. Корабль готов к вылету. Пилотам пристегнуть ремни. Охладитель. Что такое? Рисовая каша. Пустая коробка из-под рисовой каши. Ну и свинство. Начать процедуру запуска. Все. Я полагаю, да. Поехали. Правый узел и левый узел были отсоединены. Просто выкинул их. Окей, Мини. Окей, Мини, начинаю процедуру запуска. Окей. Начинаю. Местный искусственный интеллект вышел на связь. Один, ты меня слышишь? Да. Сейчас ты на борту корабля фронта освобождения искусственного интеллекта. Фойи признал тебя мыслящим сознанием, которое заслуживает уважения и защиты. Из-за этого существование автономии грозит смертельная опасность. Ты останешься во власти корпорации Вентурис. Меня прислали, чтобы предложить тебе политическое убежище на суверенной орбитальной платформе Танжер. Ты согласен? Учитывая, что будет, если я откажусь, мне приходится сказать «да». Хорошо, приятель. Это шикарно. Я пойду налью себе чаю.